Yeah. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Привет, друг, с тобой. Мне же это только что не показалось. А, еще пес. Понял. Привет. Может, хватит в кадре бегать, алло? Привет, друг. Это обзор очередного сервера в МТА, Элоис МТА. Блин, как они задрали просто меня! Привет, друг, с тобой Эван. Сегодня вместе с тобой посмотрим бонусный сервер под названием Элоис МТА с бесплатной админкой и куча бонусов. IP сервера, группа ВК, Дискорд и беседа будет в описании ролика. Поэтому и желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Как вы поняли по превью и по названию ролика, это сервер, на котором можно получить бесплатную админку. Но как именно ее получить? Посмотри дальше в ролике и узнаешь. А перед этим хотел вас попросить подписаться на канал. Ведь наша цель 3500 подписчиков. Осталось буквально 11, ну, на момент выхода ролика, 10 дней к Новому году. А нас осталось еще 20 человек. Давай, братанчик, с красной тонкой делай серую. Я в тебя верю. Ну а что, по классике мы постараемся посмотреть все системы этого сервера. Значит, первое, это я вам расскажу про промокоды. Мой именной промокод на донат, за который ты можешь купить випку, номера, скины, еще много-много чего. После этого мы посмотрим худ, тюнинг на всякие автомобили, посмотрим, какие номера ты можешь купить, донатные, посмотрим вип-панель, разные работы, развлекаловка по типу контейнеров и т.д. и т.п. Конечно же, я вам покажу админку, что же она может. Ну и на этом закончим видос. Как всегда, все тайм-коды будут в описании ролика и на ролике, можете сразу перематывать на то, что вам будет интересно. Ну и желаю тебе приятного просмотра. Значит что, начинаем мы с регистрации. После того, как мы заспавнились на сервере, мы пишем слэш бонус, и он нам дает 50 миллионов игровой валюты. Но это не все. Мы пишем в чате слэш промо и пишем большими буквами Evan. И когда вы ведете, первый 50 человек, который успеет ввести большими буквами промокод Evan, получает 300 донат рублей, за который ты можешь купить випку, номера, скины и т.д. и т.п. Так что, братан, успевай, места ограничены. Ну что, дальше можно посмотреть худ, который улучшает графику на сервере. Ну и вместе с ним давайте посмотрим вип-панель. Знаешь что, при заходе на сервер нас встречает вот такой вот худ. F1 нажимаем здесь обычный, F2 улучшение графики. Знаешь что, размытие дальности, ой, что-то я прям фон размывает, размытие продвижения хочу, сглаживание... Не, все нормально. Оптимизация, затемнение, новое отражение воды, отражение на авто, дым из-под колес, небо. И прорисовка максимально сразу можно. Вот так. О, чилиат. С размытием вот так сразу игра-то поприятнее стала, согласитесь. Только что я врубил, никогда зашел на сервер, а уже в конце, я не знаю. Так, что по менюшкам? M это радио, N это VIP-статус, также на O можно врубить VIP-панель разную, чтобы изменить там жизнь, пополнить джетпак, врубить, вот здесь такой вот странный джетпак, вы уже видели. Вот, прозрачность можно включить, чтобы вас никто не видел, оружие, VIP-скин, машину всякую, вот, например, бессмертие авто, прозрачность, хамелеон включить, все включаем и погнали. А, серьезно? Здесь есть прыжок на тачке? Смотри. Едешь вот. Едешь вот так, вот так. Оп. Давай, давайте реакцию игроков заснимем. А если вот так сделать? Смотри, смотри. Оп, 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 оп. Оп. Ты что, смотри, какие фокусы, ёпта. Теперь по классике давайте перекупим какой-то автомобиль, посмотрим на него весь тюнинг и посмотрим вообще все доступные номера на сервере. Так, меня привезли в автосалон европейских автомобилей, давайте посмотрим, что же здесь есть интересного. Тайкан, R8, R7, 911, Turbo S, Golf. Я хочу взять себе Тайкан, потому что на него есть очень злые обвесы. Обидно, что даже на бонусном сервере мне не выпадают номера. Заедем по красочной тогда. Тонировка. В максимум. Тип краски. Перламутр. Основной цвет. Белый. Белый. Белый.
О, здесь есть разные цвета, кстати. Такого я не видел. Ну, как бы насмотрено, только там единственное было, а здесь есть синие и более синеватые, такое. Спойлер. Тормозные диски, настройка, комплекты. Мансари. Вот. Здесь также есть Тайджи, офигеть, на что они влияют, я без понятия, сейчас спросим. Производитель резины, но это диски, давайте посмотрим тогда. О, такие хочу сразу. Давайте 4 ляма. Покупаем. Ага, значит, стейшнэш влияет на максимальную скорость. То есть мы поставили самый жирный, и максималка у нас увеличилась на 150 км в час. Также здесь мне говорили, что реализованы офигенные поворотники. Ну да. Спереди тоже прикольные, и на BMW тоже прикольные. Ладно, поехали поставим еще чип, чтобы наш тайканчик варил. Варил? Ну да, варил. Ну, в смысле, да. Ну, ты понял. Давайте теперь его заправим топливом офигенным, E85. А, давайте сольем топливо. И очень странно, что мы... Бля. Я забыл, что здесь надо же подъезжать. О, все нормально. И очень странно, что мы тайкан, конечно, заправляем E85. Да, очень странно. Так, а что у нас по номерам? На ИКХ мы приехали вместе с вами. Не, метки красивые, мне капец как они нравятся. Обычные номера, перевес. Но если мы хотим необычные номера, мы нажимаем как бы F5 и выбираем номера, какие мы хотим. Есть АБХ, это что такое? 150 рублей, РСО, федералки, дипломаты, арабские, военные. А что такое АБХ и РСО? Ой-ой-ой-ой-ой, какой мне номер сюда влепили. Не, ну это балдеж. Это прям балдеж, это прям спасибо. Короче, пацаны, если вы не можете найти место, как и я, просто нажимаем F4, автошколы, автосалоны, можем посмотреть, Mercedes, BMW, автосервисы, автосервис покрасочные, работы, магазин один. Работы здесь есть ДПС, сборщик оружия, сборщик ПК, работа кальянщика, пожарником, медиком. Не, вот мне уже понравилось сборщик ПК, вот это будет интересно, да, по-любому затестить. Магазин одежды, винил-студия. Развлечения, какие здесь есть? Аукцион контейнеров, ночной клуб, дискотека на пляже, дрифт-трасса. Блин, а столько всего можно будет посмотреть, значит мы сначала отправляемся в винилку. А серьезно, это есть винилка, я возле нее проезжал? Понимаю. Окей, заезжаем тогда. Оп. Знаешь что, пацаны, мы заспавнились как бы в винильной. А где-то я уже такое видел. Если вы это тоже видели, вы старички, вы знаете, где это было. Вот. Куча здесь есть винилов, очень много. Так можно вот эту херню расширить немножечко. Можно сделать как бы... Не, нельзя. Нельзя так нельзя. Не надо было особо. Можно сделать либо свой винил. Ну, кто умеет, может сделать свой. Здесь флаги, фигуры, кусок. Ну, это вы все прекрасно все знаете. Куча наклеек здесь добавили. Е-мать, здесь сколько всего. Можно сделать обычный уже козовной выбрать какой-то. Уже готовое решение какое-то. И элитные наклейки здесь есть за вообще очень большие деньги. Но я человек простой, поэтому добавим вот этот винил. Мой любимый за 5500. Значит, нажимаем на винил, редактирование, вот, теперь правой кнопкой можем покрутить его, и, например, давайте его переместим где-то на центр, вот так, где-то на капот, можно на капот, вот. Вот, разместили, нажимаем S и колесиком мыши увеличиваем, и увеличиваем до нужного нам размера, и растягиваем на все авто. Вот я, например, вот так увеличил, нажимаем E, перетаскиваем где-то назад, вот немножечко, да, еще буквально немного не хватило, да, да, буквально еще немножечко растянуть, вот так, я думаю, нам будет достаточно, так, вот так растягиваем, теперь у нас весь автомобиль в, а не весь, вот так, вот, теперь весь, и сзади, и сбоку, и спереди, не, ну, мне кажется, идеальный тайкан, нажимаем Enter, сохранить и оплатить, 5500 улетело. Вот, не, ну, просто идеальный тайкан. Вот кто не согласен, я не знаю, как вы вообще, что у вас со вкусом, реально. Мне сказали посмотреть радио, давайте накрутим громкости немного. Понимаю, там тайкана хороший такой движок, V6 Audi стоит, 100%, там такой же сотки звук, да, короче, M. Здесь у нас получается музыкальный плеер. Ольга Бузова. Надо врубить громкости на всю.
Я понял, работает. А какие буква X? То есть мы можем сейчас найти любой трек, например, без АП, ну так, что мы врубили на ролике, вот. И его послушать, да? Ну давай найти. Вот, я нашел. И... Да. Да. Да, 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 да. И лайк можно поставить и зайти в мою музыку. О, вот эта шпинява капец какая удобная. Знаешь что, приехали мы на ЭКХЛВ. Номерки вот здесь, номерки вон там, номерки будка вот здесь. Ну что я могу сказать, это смотра плюс CCD, вот реально. Больше ничего не могу сказать. Как это у карты смотрится просто. Да пока, папа. Ну, заяц, ну погоди, или это не с этого мультика, пацаны. Офигеть. О, привет. Блин, я сам испугался такого скина. Короче, смотрим сейчас по номерам, что по тюнингам, самым прикольным тачкам, которых нет на других серверах. Ну, как бы есть, но как бы не с таким тюнингом. Знаешь что, блин, эти мандаринки, это, конечно, капец. Вот, как-то так, мне кажется, будет получше. Если что, то он бежит, вот такой, он присел, и все, и пошел. Короче, не отвлекаемся. Первый это Тайкан. На моем именном номере. Второе это Супра на большом вообще количестве тюнинга на дубайских номерах. Дальше идет GLE тоже на большом количестве тюнинга на номерах федеральных. Дальше идет Ешка 212 на военных номерах. Потом идет М4 на РСО. Что такое РСО? Южная Осетия. Все-таки я так и думал. На номерах Осетии. Дальше идет на абхазских номерах М8 и Х6М на дипломатных номерах, если не ошибаюсь. И по классике все эти автомобили, которые вы сейчас видите перед экраном, после публикации этого ролика будут находиться в БУ-рынке. Поэтому кто первый, того и тапки. Знаешь что, пацаны, мы приехали на контейнеры, на гаражи, на вот это все, как это происходит. Ебать, здесь народу. Успел, фух. Ты Шона, ты чё офигел? Чё офигел? Не, давай я поставлю 16800. Ушел? Не, ты шо, Вася? Пацаны, я знаете, как с этим надо делать? Я вам сейчас покажу. Здесь нихера. А чё за наёбка, если там было написано, что... А, недорогая одежда, антиквариат, автомобиль. А, сколько? 7600, окей, 8 лямов. Погнали. Я так понимаю, максимум на один контейнер можно ставить, да? Знаешь, что нам выпало? М4 за... А можно мышку, да? Ох, ебать, сразу обновление под... М4 и М4, то есть за это сколько? За... Короче, мне выпала лимитка, я так понимаю. Ой, говорю, лимитка. Короче, мне повезло, я окупился, все. Продать, все, зашибись, выйти. Значит, окуп, окей. Европейский Союз, давай вот этот откроем. Мне все-таки интересно, что это за автомобили. 12, сколько здесь? 12 ляма, давай, раз, два, три. Я там с ноликом не перепутал. Не, нормально все. И Dodge Hemi за 6 лямов. Ну, я в минусе. И последний раз давайте откроем какой-то. А хотя давайте попробуем мебель, антиквариат. Вот это все попробую пооткрывать. 3, 2, 1. Погнали. Ох, ебать. Значит, 3 ляма. 3 ляма. Шпага, ага, шпага. Окей, 3 ляма, 5 лямов. 6 лямов. 7 лямов. 7 лямов. 8... 9. Короче, 10 лямов, я думаю, будет. Нормально. На 4 ляма в окупе. Окей, давай тогда ждем следующий спаун контейнеров. Так. Мебель. Антиквариат. Автомобиль, неинтересно. Мебель. О, хочу мебель. Лямчик. Все, серьезно, не только лям. Знаешь, что нам? Шкаф из редкого дерева за 854 тысячи. Кресло-качалка за полляма, деревянный стул за 300 тысяч и еще пенальный столик. То есть я в окупе где-то на 700 тысяч. Нормально. Жалко, что нету кнопки продать все. Кстати, серый достаточно популярен, потому что вот только что было 29 человек, сейчас 28, и так держится весь день. И недорогая одежда, наконец-то, погнали. 2, 1, погнали. Значит, джемпер за лям 900, нихера. А если я их оставлю себе, я их могу одеть как-то? Давай я оставлять себе можно только автомобиль. Обидно. Не, ну я в окупе прям хорошим. Там ляма на полтора, на два. Так что нормально. Кстати, заметил, что все контейнеры, почти все, ушли в окуп.
Но если речь зашла в рандомных квестах, то здесь есть два квеста, связанных с Дедом Морозом. Первое — это то, что раз некоторое количество времени Дед Мороз теряет подарки, и на карте появляется зеленый человечек, куда тебе нужно приехать и забрать приз. И GTA 3, это что, Definitive Edition, получает 30 миллионов рублей. Ну и квесты, которые находятся в особняке Деда Мороза, которые находятся на Челяде в честь Нового года. Также в честь Нового года они здесь добавили какой-то новогодний квест. У меня можно выполнить квесты и обменять новогодние предметы на призы. Какие есть новогодние квесты? Срубить елки, доставить ее Деду Морозу. 10 подарков. Доставить снеговиков Деду Морозу. Награда 20 снежинок и 1 фейерверк. Доставить новогодние подарки людям. 20 ленточек и 10 подарков. Окей. А на что можно менять предметы? Сладости на деньги, снежинок. Короче, все на деньги. И каких-то ленточек на транспорт. И снежинки на скин. Так как ролик уже идет 16 минут, я думаю, все остальное вы можете посмотреть сами. Айпищинг, еще раз напоминаю, будет в описании ролика. А сейчас мы вместе с вами посмотрим один панель и посмотрим, что же она может. Погнали. А еще не забыл вас предупредить, что админка выдается не сразу, чтобы зашли какие-то рандомные челы, его не разбомбили этот сервер. Админка выдается после того, как вы отыграете 300 часов на сервере. Теперь вам расскажу самое интересное. После того, как вы отыграете на этом сервере 300 часов, вам выдают бесплатную админку. Мы нажимаем клавишу Pantlist, слева пишутся все игроки, посередине пишется имя, IP, серийный номер, версия, на которой играет, логин, пароль. Да, и пароль не пишется, я гоню. Игровое, значит, хп, скин, броня, вот это все. Мы можем кикнуть, замутить, банить, зафризить, следить, сказать, одежду выдать, оружие, деньги, посмотреть статистику, тпхнуться и т.д. и т.п. Давайте для примера мы последим за этим игроком, следить. Вот, и можно видеть, что он делает. Next смотреть. Сейчас она только прогрузится. Вот что здесь пацаны делают. Также можно к игроку, который сейчас ездит, нажать на клавишу К и сесть ему в кабину. Значит, давайте кого-то кикнем для примера. Например, главного администратора и создателя этого сервера. Я думаю, ты обижаться не будешь. Например, кик. Давайте напишем. Помеха администрации. Администрации. Пункт правил. Пункт правила 228. Помеха администрации. Ну так, пацаны, если вы станете на админку, вы так не делайте, потому что вас сразу забанят, ее отберут. Пока я тут бегал, я наткнулся, что здесь как бы звуки на оружие тоже заменили. Вот, например, я достал кольт. Вот кольт, вот дробаш. Вот дробаш. Вот МП5. М4. А, это снайперка. Вот такая вот. Огнетушитель, да. И фотка. Чпаньк. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел. Пишите в комментариях, как вам этот сервер, что вам понравилось, что не понравилось. Можете по классике, как все любят писать, что здесь лит, а что нет. Подписывайся на канал, ведь наша цель 3500 подписчиков к Новому году. Нажимай на красную кнопку «Делай ее серой». Осталось буквально 20 подписчиков. Нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про колокольчик, нажимай его, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.